Друзья, всем привет! Давно не был с вами на связи, потому что капитан куда-то пропал. Вот тут вышел погулять, хочу показать вам красоты. Да, капитана нет, не выходит на связь, вообще непонятно где он, что с ним. Вот, беда, дома его нет. Вот так вот, на работе тоже не знает, где он и что с ним. Ой, блядь, там опять эти бомжи сидят. Сука, портят красоты города. Бомжи, блин. Капитан? Здорово, капитан. Ты что здесь делаешь? Блядь, я только что говорил, что на тебя не дозвониться. Дружище. Под прикрытием внедряюсь в банду. В смысле, опять? Да. А что на этот раз, капитану? Ты бы хоть сказал бы, где ты и что с тобой? Там один поступила заявка, что воровали магазин. Серьезно? Да. Это Семишаров, вот Семишаров, это водка, да. По 100 рублей, да? Ну да, казанскую вытащили целую упаковку. Блядь. Сейчас они меня заподозрят. Ты зачем? Бля, ну капитану не общайся с ними. Ну блин, ну ты вот... Да... У тебя ж... О, Пошли. Это что, пистолет? Ну пойдем, все, ребята, у нас новое задание, новый вызов, наконец-то, наконец-то.